Для спортсмена, как и в принципе в частности для футболиста, есть много качеств важных, но на мой взгляд одни из самых важных, фундаментальных качеств, которые дают возможность игроку проявить себя и доказать что-то другим в тяжелую минуту, это, конечно же, характер. Характер, который, как правило, и проявляется в тяжелую минуту. Воля к победе, можно сказать, какая-то жажда вот, победы, жажда результата. Эти качества тяжело проявить в повседневной жизни или в каких-то там моментах общих. А вот именно когда сложно, именно когда в игре переломные моменты, когда вроде бы ты упал, и тебе надо встать и продолжать бороться, продолжать биться и выравнивать ситуацию. Как говорят вот в боксе, не тот боксер, который считается сильным, который там владеет большим навыков технических, там, физических качеств, а тот, кто умеет держать удар. Потому что не секрет, что для всех, для нас, что мы все падаем рано или поздно. Но вот тот, кто умеет встать и продолжать дальше, вот тот, я считаю, действительно проявляется черты сильного характера. Вы знаете, а если говорить уже о команде в целом, там, конечно, очень важен индивидуальный характер, но здесь сплоченность коллектива, сплоченность, взаимопонимание, взаимоподдержка, как говорят в народе, дать руку помощи в тяжелую минуту, это очень важно в футболе, потому что, вы знаете, не так страшно, когда мы ошибаемся, знаете, чем страх перед тем, что что-то не успел сделать, что что-то не доделал. Вот. А этого перестаешь бояться, когда знаешь, что с тобой рядом находятся люди, которые тебя поддерживают в любой момент в тяжелой игровой ситуации. И тогда открывается просто второе дыхание, как мы говорим. Тогда появляется смелость в принятии решений. Тогда повышается ответственность за каждое твое решение. Это очень важно.